W toku czasu nawczał Jezus w jednej z synagog w sobotę. I oz była tam jedna żynka, jaka 18 roków mała ducha choroby. Była skorczona i zawsze nie mogła wyprostować się. Pobaczywszy jej, Jezus poklikał i сказав jej: Żynko, ty zwolniona od swojej niedochy. I on pokłał na niej ruki i wraz wyprostowała się i stała prosławiać Boga. U відповідь старшої синагоги обернені обурений тим, що Ісус оздоровив у суботу, промовив до натовпу. Є 6 днів, у які належить працювати. Тож приходите тоді зцілитися, а не суботного дня. Та Господь відповів йому і сказав: Лицемірі, хіба кожен із вас не відв'язує у суботу свого вола або осла від ясел і не веде на повати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана уже 18 років, чи не ходиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив, стало соромно всім, які противилися йому. І весь натовп радів у цьому тому славному, що він учинив. Слово Господнє. Слава тобі, Господи. Через це событие суботу оздоровление больной женщины, Иисус указывает на суд субботы. Этот старший синагоги, как было, важно суббота не работать. А Иисус ссылается на, чтобы святить день Господний. Вот так есть. Заповеди, как бы указывает, что это значит святить. Не только не работать, але сделать ее святым, этот день, субботы, для нас воскресенье, чтобы он был святый, то значит, видно больше Бога. А Бог присутствует, когда есть любовь. И это суд субботы. Любовь. Не работать, але важне серце. Любов до Бога, любов до ближнього. Це дві заповіді. Перший Бога, потім вторую заповідь – любити другого чоловіка, як себе самого. Як вчора ми слышали во время Евангелії. Да, непонятно. Они субботу сделали по-своєму – не работать. Да, это важно, але что-то важнее есть. Любовь. И когда есть всегда у нас в церкви, что в воскресенье каждый должен быть на службе. Если нет на службе, то это грех. Потому что не отвечаем на призвание Бога, на Его любовь. Он хочет с нами встретиться. И это время, когда мы можем поблагодарить, прославить Бога за все, что мы получили на эту неделю. Я не так давно встретил Ярослава больного, который 20 сколько там лет у него, и семья родителей, которые о нем заботятся. Есть так, что он не может остаться сам. И есть так, что, например, отец остается с сыном, а мама идет на службу, чтобы помолиться. И что тогда? Любовь.
Бог присутствует там. Чтобы этот день был святый, он должен быть наполнен любовью. И тот, который остается, должен увидеть, что он не против заповеди действует, але прямо конкретно по этому направлению. Потому что в этом больным есть Христос. Я Ему служу в любви. Это важно. Я остаюсь не только потому, что вот надо помочь этому человеку. Больше. Через меня хочет Бог этому больному указать, что Он есть с Ним. Что-то глубже, чем только человеческая любовь. Это глубже. И тогда это воскресение святое. To znaczy, przysutствuje Bóg. Bóg, który jest święty. Duch Święty nauczy nas tak przeżywać zapowiedzi, konkretnie tę zapowiedź, żeby ona była pełna. Pełna lubwi. A nie tylko gałoczka, że my byli wierni. To znaczy, nie robotali. To mało. Jeśli nie będzie w naszym sercu lubwi, jeśli nie będzie, to nie napełnimy tego dnia. Любовью до Бога и до ближнего.